Наша служба и опасна, и трудна. Это и про них тоже. Про сотрудников департамента охраны, одного из самых многочисленных и мобильных подразделений в системе МВД. 29 октября – день образования департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Главная задача отдела – охрана объектов и квартир, независимо от формы собственности, а также решение проблем, стоящих перед милицией в целом. Это и участие в раскрытии преступлений, и пресечение правонарушений. То есть, по сути, главная цель сотрудников охраны была, есть и будет помогать людям, охранять их покой. Появление службы под звучным именем «Охрана» было продиктовано велением времени. Послевоенный период, период разрухи и разгула бандитизма, особо остро встал вопрос охраны государственной собственности, имущественных интересов и прав граждан. И вот 29 октября 1952 года Совет министров принял постановление, после выхода которого в составе Управления милиции Министерства внутренних дел БССР был образован отдел неведомственной сторожевой охраны. Именно в это время в городе Лида был образован отдел охраны. На сегодняшний день Ильинское отделение охраны входит в состав Лидского отдела департамента охраны, руководителем которого является Цумаров Денис Михайлович. Перечень оказываемых охранных услуг в нашем подразделении весьма разнообразен. Это охрана квартир, имущества граждан, также юридических лиц, с использованием каналов GSM, а также телефонии. На данный момент мы располагаем такими техническими возможностями, как охрана гаражей, нетелефонизированных дач, сельских домов. На сегодняшний день нашим подразделением охраны охраняется более 216 домов, помещений граждан, имущества юридических и физических лиц. Сегодня охрана – одно из сильнейших структурных подразделений МВД Республики Беларусь. Это огромная армия профессионалов, мощное оружие, направленное на предотвращение и искоренение преступности. По данным МВД Республики Беларусь, почти каждое десятое преступление по линии уголовного розыска раскрывается сотрудниками подразделений охраны. Немалый вклад вносит служба в профилактику преступлений, обеспечивая надежную охрану квартир граждан и других объектов различных форм собственности. Служба охраны сегодня оказывает услуги по оборудованию квартир и офисов современными системами сигнализации, устанавливая тревожную сигнализацию для экстренного вызова группы задержания милиции, предлагает свои услуги по охране гаражей, дачных домиков, коттеджей. Сейчас под охраной более 220 объектов и помещений с личным имуществом граждан. Около 70 объектов охраняется с помощью ручных систем тревожной сигнализации. Именно от работников охраны зависит уровень безопасности и защищенности имущества граждан нашей страны и организаций, являющихся заказчиками подразделений охраны. В текущем году сотрудниками отделения охраны раскрыто 4 уголовных преступления, пресечено 357 административных правонарушений. В том числе выявлено 49 фактов нарушения антиалкогольного законодательства. 29 октября сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. И среди них сотрудники отделения по охране объектов в городе Ивье Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь под руководством капитана милиции Егора Ивановича Гука, специалиста своего дела, человека, отдавшего службе охраны более 17 лет своей службы. Профессионализм, ответственность и слаженные действия сотрудников отделения по охране объектов в городе Ивье позволяют отлично выполнять поставленную перед ними задачу.
Сотрудники охраны достойно защищают права и законные интересы граждан, имущество, интересы общества и государства. Они – профессионалы своего дела, считающие свою профессию лучшей, а место работы – престижным. Сработало административное здание Белгостраха, улица 1 мая, 124. Соблюдайте меры личной безопасности и правила дорожного движения. Ночная птица, мы на земле, как в облаках, а рядом сердце в такт моему стучится, и шум мотора нам, как крылья взмах. Летит на зов ночная птица, мы на земле, как в облаках, а друга сердце в такт моему стучится, и шум мотора нам, как крылья взмах. Нам ни погода ни почем, мы много повидали, есть уважение и почет, и не нужны медали, лишь только чтобы жизнь в зачет и жены дома ждали. Окончив свой ночной полет, придем, как обещали. Летит на зов ночная птица, мы на земле, как в облаках, а рядом сердце в такт моему стучится, и шум мотора нам, как крылья взмах. Летит на зов ночная птица, мы на земле, как в облаках, а друга сердце в такт моему стучится, и шум мотора нам, как крылья взмах. Пусть нам горит зеленый свет и меньше поворотов, сильнее будет наш ответ, и если ударил кто-то, спина к спине, плечо к плечу и оптимизма ноты. Ведь не пугает экипаж опасная работа. Летит на зов ночная птица, мы на земле, как в облаках, а рядом сердце в такт моему стучится, и шум мотора нам, как крылья взмах. Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, выражаю благодарность всем сотрудникам органов внутренних дел, рабочим и служащим, которые кропотливо и повседневно делают общее дело, оберегают покой граждан, их личное имущество, собственность государства и юридических лиц. Желаю дальше счастья нести службу. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам службы охраны, посвятившим многие годы жизни столь важной и нужной профессии. Мы ценим ваш опыт в деле противодействия преступности, вклад в воспитание и становление молодого поколения сотрудников. С благодарностью принимаем у вас традиции благородного дела. Крепкого всем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, а вашим родным и близким терпения и понимания.